Йоу, всем привет, с вами Максим Мазы, и начнем с небольшого объявления, так сказать. Началась школа уже, 1 сентября прошло уже и все такое. Первая смена, подготовка к экзаменам, 9 класс, блин. Так что из-за всей этой суматохи, скукотищи, конечно, полной, ролики будут выходить реже, наверное, максимум 2 ролика в неделю. Потому что просто некогда уже заниматься этими вещами. Совсем. Ладно, сегодня мы будем продолжать играть в GTA 3. Мы в ней уже давненько не играли. И сегодня у нас... Давайте-ка не будем брать свою тачку пока. Потому что я знаю, как этому следующая миссия. Надо будет фургоны уничтожать там. Мы возьмем, угоним какую-нибудь тачку. И доедем до нашего задания на букву Т. Дурак. Пошел вон. Ну, ничего, такой же фургон, хоть и красный. Красный цвет тоже неплохой. Может быть, он кому-то даже больше понравится, чем синий. Так, где у нас там какой-то? Я проехал, наверное, лишнее немного. Знаете, как, куда нам надо съездить? Нам надо съездить на пожарную часть. И там пожарную машину взять, потому что... Блин, куда ты выскакиваешь? Дайте мне уже проехать, товарищ. Заедем на пожарную часть, там возьмем пожарную машину. Она нам понадобится для задания, потому что там прочная машина пригодится. Пожарная машина у нас, во-первых, прочная, а во-вторых, достаточно быстрая. Обычно тяжелые машины медленные очень. Помню, пробовал это задание я выполнить. И... Ну, не это произошло. Меня остановили инспекторы. Попался я им, короче говоря. Да, хорошенько мы перевернулись. Так, пожарная тачка, поехали. Наши буквы. Т. Так, не так, ни в коем случае нельзя тут перевернуться на этих ямах. Иначе придется делать круг, чтобы пожарная машина в том месте респаунилась снова. Блин, я не туда поехал. Не в ту сторону я поехал, короче говоря. Так, не так много осталось уже. Блин, не успел затормозить. Большая стирка, блин. Хочу, чтобы ты взорвал все фургоны. Их, по-моему, 3 всего. Ну ничего, пожарной машиной мы их быстренько. Все, полицейские убрались. Ну, ладно. Поехали.
Я приболел немного. Так что извините за кашель. Ой, тихо, не дрифтуй так сильно. Так, тут на мини-карте у нас обозначены эти фургоны. Сейчас мы будем уничтожать их. Да не этот. Вот он. Нет, вот этот синий. А, я знаю, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас его заставим перевернуться. Давай, давай, давай. В ту сторону, в ту сторону, в ту сторону. Давай его. Подлец. Встал на ноги. А, нет. Перевернулся. Он загорелся, он загорелся, он взорвется там. Это что такое вообще? Я что-то не пойму. Ребята, если вы знаете, какого фига этот баргузин левитирует в воздухе, то пишите в комментариях. Я что-то не понимаю. Ой, он пропал. Или... Он пропал. Какого фига баргузин в воздухе летал? Блин, это какой-то баг по ходу дела. Ладно. Сейчас скинь его в эту сторону. Ой-ой-ой, я сейчас сам себя, блин, скину. Сгори, сгори, сгори в аду, блин. Бежим, 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 скорее! Так, последний фургон уехал уже. Куда-то. Какой, блин, как баргузин этот левитировал вообще, я что-то не пойму. Так, так. Блин, тут по мини-карте не так уж и легко определить, где конкретно находится еще один грузовик. Вон он едет. Жалко, что здесь нормального обзора нету. Куда ж ты заехал, блин? Мы сюда не хотели. Почему надписи вообще за пределы рамки выходят? Он там мигающая надпись. Машина, на которой мы приехали, там так до сих пор, блин. Поторопись, поторопись, он. Сейчас мы перевернемся. Так, надо выйти, короче. А, тут пожарная часть недалеко, поэтому... Мы сейчас, короче, вернемся туда, там еще одну пожарную машину возьмем. Только что-то я не помню, где она. А, вот она. Так, с другой, по-моему, стороны, что ли? Вот тут. Наша тачка пропала. Ну, точнее, фургон, к которому мы сюда приехали. Не наша тачка, конечно, это... Так. Теперь мы едем за тем фургоном. Я его уже вижу, где он примерно находится. Таких вот аварий нам сейчас точно не надо. Стой. Чуть не... Блин, полицейские нас увидели. Как я случайно переехал этого чувака, блин. Поехали, поехали, скорее. Стой, куда? А зачем их уничтожать? Только я чё... Тормози, не надо туда падать. Фургоны что-то не удирают и не сопротивляются. Просто продолжают
делать, что считают нужным делать. Кататься по городу и ничего вообще не делать другого. Блин. Инспекторы меня опять увидели. Куда он делся-то? Вот он. Все. Сгорит сейчас, взорвется. Ну давайте напоследок взорвем нашу пожарную машину. Так, ты чё застрял-то, слышь? О, а я не сдох. Только я застрял, и почему она вообще плясала в этой машине? Что за бред, я не понимаю. Так. Поезд. Тут можно на поезде покататься, честно говоря? По-моему, можно. Я знаю, что можно запрыгнуть на эти железные дороги с помощью трамплина. 100%. Так. Я не знаю, какое следующее задание, но мы поедем на ту же самую букву. Так, не будем сильно гнать. Мало ли, чтобы не врезаться никуда. Блин, давай уже быстрее, быстрее. Блин, там дорогу поделить не может кто-то. Да? The laundry has agreed to pay. You did real good. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a triadовцы это типа. But don't take no crap. Nobody. Это типа полицейский, да? Messes with Tony Cipriani. Забрать деньги, короче, да? Видимо, после того, как мы там сделаем и сюда их повезет, у нас, значит, преследуют полицейские. Я угадал? Я чуть не понял, а вы куда понеслись-то, блин? Под колеса охренели, что ли, вообще? Так. Блин, патриот этот какой-то. Обгону мешают. Так, давай, сворачивай, 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 давай. Так, сюда, сюда, сюда. О, я на зеленый как раз таки проехал. Так, прачечная где-то находится тут. Ой-ой-ой, осторожней. Да, меня сейчас будут преследовать вот эти вот полицейские. Они что, меня со всех сторон окружать сейчас будут? Блин, у меня здоровья было мало, я что-то про это забыл. Заехать туда на тачке и...
протаранить полицейских. Потом, блин, тачка ломается очень сильно. Блин, а вот эту катсцену уже нельзя пропустить. Пошли вон. Так, один еще здесь где-то ходит. Ой, южная дева. Их надо... От него избавиться надо. Прости, старичок, но... У меня не было выхода, блин. Блин. Опасно, слишком он быстро повернул. Так, пострадала серьезно тачка. Надо ее в ремонт отвезти. Куда я поехал-то? Не в ту сторону. Хотя, а хотя ничего. Страшно. Так, там гонки, мы туда не поедем. Что это за цвет? Ладно, цвет неплохой. Отгоним его в гараж. Мне нравится этот цвет. Так. Дальше, может, поедем. Давайте еще одно задание выполним и закончим. Осторожно, нельзя. Он там что, меломан, что ли? Что у него за музыка там играет? Down
Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Это какая-то война с прачечными уже. Цвет фар фургон кажется не таким уж и серым. Блин, медленно едет слишком. Заехать надо. Сейчас. Опять я фургон тут оставлю, да? Жаль. Фургон, кстати говоря, пропал. Блин, я уже сумел погнуть капот. Я что-то, кстати говоря, не знал, что в этой игре лимузины есть. Давай, 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 давай. Куда лезут, блин, а? Чё они? А кто стреляет, по-моему? Чё-то непонятно мне. А, это вот эти вот чуваки до сих пор с нами хотят воевать. А как сигналить? Я забыл уже. На shift, оказывается. Этих вот чуваков подвозить сейчас будем. В розыске, блин, я оказался сейчас. Блин, не дает проехать. Капает. А этот жирный какой-то уже. Что ты туда-сюда ходишь? Садись давай быстрее. О, нет, надо валить. Блин, у нас машина сейчас, скорее всего, загорится уже. Блин, кто вы там, я не знаю. Вам в Капитал Шоу Хули Чудес должен выпасть сектор «Пошел в жопу». А куда нам надо ехать, я что-то не понимаю. У нас тачка, скорее всего, сейчас загорится уже. О, у него загорелось, а вот у нас не загорелось почему-то.
Вот, все, нам всем конец. Фух. Стреляйте по мне. А, это наши бойцы, что ли? Война между бандами завязалась, блин. Какая-то. Бойцы, короче, вот это наши бойцы. Ладно, мы убедились в этом. Ох, ладно, в следующей серии мы повторим это задание. Всем большое. Лимузин медленно едет, честно говоря. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я не настаиваю, конечно же. Подписывайтесь на запасной канал Блум Мадзе. И вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем пока. С вами был Максим Мадзе.